было бы больше шансов на успешный результат, если бы вы сыграли не на футбольном поле, а в баскетбол? Ну, если бы сборная России по футболу играла со сборной Литвы по баскетболу, то шансов не было вообще, это понятно. Вот, учитывая, что отличаются футбольные команды, здесь мы решаем абсолютно свои локальные задачи. В данном случае, наверное, при всем уважении к сопернику, вопрос их действий и квалификации в данном случае нам не так принципиален, как может быть в каких-то других предметах. И вопрос Роману Широкову.